нас третье ребро. Угу. Слева это какой клапан? Митральный. Поставим. Так, второе межреберье у левого края это у нас легочная артерия. Следующее. Что идет? Третье слева, третье справа, серединка. Аорта. Третье слева, пятое справа, серединка. Трехстворчатый. Они слишком близко расположены. Конечно. Ребятки, если я свой фонендоскоп попытаюсь послушать хотя бы... Он не обязательно. Нет, холодный. Митральный клапан, я все равно минимум два клапана затрону. Аорту хочу все равно два захвата. То есть я так или иначе захватываю два клапана, а значит я не пойду. Да, где же патология? Поэтому у нас есть точки выслушивания. Можно я тебя основательно хочу? Так, митральный клапан у нас между чем и чем располагается? Между правым и левым. Вадина, куда тебя? Между левым предсердием и левым желудочком. Поэтому звук с него лучше всего проводится по толще левого желудочка. А левый желудочек это где у нас? Верхушка сердца, пятое межреберье. То есть с него хорошо звук вот сюда. Вот здесь мы его слушаем. Следующее. Следующее, давайте аорту. Аорта, она выходит куда? Вот сюда, и вот так вот дугой вниз идет. Отсюда, вот сюда, во второй межреберье мы ее передвинем. Единственный клапан, который где проецируется, там выслушивается, оставили здесь. И остается трехстворчатый. Трехстворчатый вот так лежит у нас. Потолще правого желудочка, чуть-чуть отросток. Ниже, да, на основании мочевика. Потому что здесь вот еще сам мочевидный отросток на опусе. Послушай твое сердце. Я не усмотрю. Желудок. Я говорю, что там, Саша? Он говорит, первый, второй тон. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да. Да. Он говорит, потрясающе, студенты меня обзывают. Он говорит, послушайте. Я говорю, кроме трясательства, не услышал. Он там первый, второй тон слышал. Первый, второй блюдо, наверное. Да, наверное. Все, ребятки, четыре точки у нас есть. Но аускультация сколько точек? Пять. Откинаем. Дополнительная точка аускультации какого клапана? Митрального. Атального. Вот здесь место прикрепления третьего, четвертого. То есть это фактически четвертое межреберье, ребятки. Третье межреберье. Вот здесь Боткина Эрба. Боткина Эрба. Вот эта точка фактически у нас соответствует. Клапан аорты. Вспомните, почему туда вы вот эту дополнительную точку взяли. Только при аортальной недостаточности. Вот клапан аорты хорошо не закрылся. Кровь куда пошла? Назад куда? Желудочка, да. Вот потоку крови всегда шум лучше слышен там, куда возвращается кровь. Вот оно идет сюда обратно, и вот в этой точке диастолический шум при артале недостаточно, слышен громче, чем на самой аорте. Поэтому вот эту точку дополнительную создали. Но это не значит, что у больных надо слушать четыре точки. Вы же не знаете, есть патология или нет.